Вы видели свои прошлогодние объекты? Они выглядят, как будто вы их лет 10 назад строили. Я вот не понимаю, неужели нельзя сделать качественный, красивый внешний фасад? Да, давайте вот эти новые объекты прямо от души сделаем. Хоть раз, чтобы для людей, чтобы приятно было. Чтобы мы потом не краснели. Так, смотрите, у нас в индустриальной зоне есть компания «Тепластил» называется. Это наш казахстанский производитель термопанелей. У них все там на высшем уровне, с термопанелей, с утеплителем, фиброволокном, все дела. У них там по технологии своей. Давайте в этом году сделаем с термопанелями от «Тепластил». Хорошо, вот у них выбор большой есть. Я, давайте хоть раз качественно сделаем. Ой, без нас термопанель. Но термопанель деген новый материал был. Бізде чем более специалиста жоқ. Қалай істейміз бұны? Оны істейтін ештемесі жоқ, Азат. Он очень легкий, удобный в установке. Эй, лучше анау баяғыдағы мүшкені ора берікші. Ол дұрыс болады. Тем более біз білеміз қалай істейтін. Аламызда былай. Фук-фук, дайын болады. Бұл. Не лучше, она не будет лучше, она хуже. Алдында жылы вы сделали, она лёры бәрі бір шығатыр. Термопанели от Тепластил, у них 25 лет гарантия, по ГОСТу все идеально, экспертиза, все проверено. И тем более вы не для себя делаете, не для меня, вы для народа делаете, для народа нужно стараться. Короче. Баки, давай Михенька расслабишься лучше. Давай. Эй, лучше оно, баяғыдағы мүшкені ора берікші. Ол дұрыс болады. Тем более біз білеміз қалай істейтін. Аламызда былай. Фу-фу, дайын болады. Тепластил. Время делать хорошо.